Привет, с вами канал «Все для коров». Снимаю Эшин камеры Акалин С20. Вот, здесь вот такой домик. Вот моя антенна стоит. Здесь я ее поставил, единственное, его и пробу провел, но, видимо, она, наверное, телевизор не купила. Хотела привезти. Вот так стоит антенка моя. Вот, хотел я туда на второй этаж приделать, но там сайдинг такой толстый. Мне не получилось. Сделал сюда. Ну, в принципе, эта антенна хорошо из 2 метров она ловит сигнал. У нее коэффициент усиления. Сейчас посчитаю. 13 дБ или децибел. Вот, я там вот эту стойку сделал из трубы 3/4. Вот, сама антенна сделана из бруска 50/50. И, естественно, кромельное железо. Вот, идем дальше. Здесь я колесо приобрел. Вот. Вот такое колесо. Мне вот втулка нужна, вот это. Вот, кто-то переделал. Вот, то есть он делал на спутник, видно, обод такой узкий, видите? А надо обод широкий. На дорожный обод широкий. А это кто-то переделал спутник. Вот. На такую втулку. Ну, это все спицы сниму. А у меня где-то обод есть. Вот. Еще дополнительные спицы есть. Я это переделаю на широкий обод. Потому что у Украины... Широкий вот. Вот здесь вот колесо я тоже нашел. Вот эту. Кто-то мусорник бросил ее. Но ведь вся ржавая. Нормальная. У меня до этого была другая, кривая. Вот, прокосили молодцы здесь. Вот, до конца. Жалко, не до конца. Ну, хоть немного прокосили. Вот, я здесь давно не было. В прошлом году я сюда ходил. До конца этой лесополосы. Вот. Здесь домов-то мало. Здесь, я вам говорю, здесь, значит, на этой улице один дом, 2, 3, 4, 5. 5 домов. И вот здесь вот в глуши 6-й дом. Не знаю, я бы не взял вот участок именно в глуши. Здесь ни хрена нет никого народа. Хотя он по соседней улице там еще как бы проглядывает дома. Там домов больше. Здесь, на этой улице, ни хрена. Здесь хоть крапиву скосили. А то в прошлый раз иду, крапива жалит, зараза. Одел я штаны. Правда, они мне немного порвались. Ну, думаю, ладно, какая разница, ты мне там видишь. Потом зашью. У меня там серые были, они немного коротковаты. Ну, там это, лопнул это. Резинку я делал покороче, чтобы они держались. Резинка растянулась. Вот, вон сейчас дом покажем. Какой, если они уехали. Они здесь. Вон колея. Вот, здесь бы они повыше колею бы сделали, засыпали бы ее. А то как дождик такой, наверное. Здесь колея такая. Глубокая. Вот проглядывается дом. Вот они одни здесь живут в глуши. Наверное, уехали. Нет, открыто там. Открыто там. Такой дом. Идем дальше. Открыто. Наверное, поехали в магазин, скорее всего. И калитка открыта. И калитка тоже открыта. Магазин. Магазин. Мой машин стоит здесь. А не тут-то. Тут-то. Тут у Марфута. И вот еще забор последний. Это первая фазенда от лесополосы. Тоже приехал мужик. Все деревья побелел. Там какой-то сарай поставил. Такой железный забор установил. А вот здесь вот много этой сливы здесь вот. Вот здесь как раз кусты, слива.
кто-то посадил, наверное. Вот, и все. Вот здесь забор такой здоровый. Вот, и сейчас мы упираемся в лесополосу. Но так как здесь народу мало, видите, плохо накатана дорога. Ну, уже покосил, здесь трактор ездил, косил. Сейчас мы посмотрим. Там мужик закупил поле. Вон там даже вода, я смотрю, отсюда видно и воду. Вот, вот эта дорога идет на к станции. Вот эта вот короткая дорога. Вот. Сюда заедем сейчас. Снимаем. Ну, грибов нету здесь в лесополосе, как обычно. Вот, снимаю экшн-камерой S20. Я ее зарядил от этого, от смартфона. Вот, сейчас. Поищем грибков. Ну, вряд ли они здесь есть. Сухо. Грибов не было. Вот, а там поле целое. Видно, здесь зума нету, жалко.